третий фестиваль-конкурс детской песни «Отанам деп шыркаймын». Он посвящен Дню независимости Республики Казахстан. В конкурсе приняли участие школьники 5-9 классов общеобразовательных школ города. Услышать патриотические песни в исполнении детей удалось и нашей съемочной группе. Несмотря на свой юный возраст, Алибек Альмадиев уже имеет довольно внушительный список побед на музыкальном поприще. Он лауреат многих престижных конкурсов вокального искусства, как у себя на родине, так и за рубежом. Выступал на сценах практически по всей Европе и США. Свою музыкальную карьеру он начал, будучи еще совсем ребенком, в 6 лет. С тех пор это стало для него делом жизни. Сначала его проведения. Говорит, песни, посвященные родине, всегда исполняешь чувством особой гордости за свою страну. И при этом не имеет значения, станешь ли ты победителем. Я считаю, каждый конкурс для меня успешный, потому что я набираю опыт в этом. И как бы мне нужно побольше участвовать в разных конкурсах. А вот о всяких гран-при это не важно. Главное, я участвую, выступаю перед людьми. Конкурс патриотической песни вот уже который год открывает все новые таланты. Здесь выявляются лучшие из лучших в песенном мастерстве. Каждая школа представляет своего участника. Критерии оценки – самые строгие. Жюри снисхождения не делает никому. Принимаются во внимание репертуар, качество исполнения, артистичность и сценическая культура. Наши дети очень одаренные, и такие фестивали необходимо проводить постоянно, чтобы вот эти вот внутренние возможности, потенциальные возможности, талант детей, он раскрывался. Такие конкурсы, безусловно, развивают в детях чувство патриотизма, говорят его организаторы. Победители этого состязания смогут побороться за звание лучшего эстрадного исполнителя в масштабах республики. Гохар Асанбаева, Еламан Берекболов, Эра ТВ.